Друзья, всем привет! Вы на канале «Жить в Краснодаре». Сегодня 2 сентября. Мы после линейки поехали, поделали дела, работу поделали и поехали в галерею. Девчонки на мутик ходили. А мы с Вовой зашли в Каре. Слушайте, вот не могу с вами этим не поделиться. Смотрите, мы купили, видите, 6 коробочек, то есть 6 пар обуви летней. Мы купили, вот смотрите, ценник за 1536 рублей. Они, в принципе, все, смотрите, видите, как бы на распродаже. Плюс еще там акция. Конечно, возможно, многие знают, но если вдруг кто-то не знает, надеюсь, моя информация будет вам полезна. В общем, берешь две пары, третья в подарок. Плюс у нас были еще немножко бонусы «Спасибо» и бонусы в Каре. Представляете, вообще, вот получилось каждая пара, но мы взяли летнюю обувь, то есть на следующий год вот такие Славе в школу. Босоножки, в туфлях она ходит только зимой, а вообще очень жарко, и вот она ходит, мы ее купили специально, черненькие такие вот босоножечки, лапка у нее оказывается уже такой же, как я, то есть у меня 30, смотрите, у нас все 38 и 39, ребенка, если что, 12 лет исполнилось. Покажу вам, какие мы купили, похвастаюсь немножко, но я очень довольна вообще покупкой. Это я себе купила. В этом году мне очень нравится коллекция. Я люблю вот такие вот, вот цвета. Вот такие, чтобы не сильно яркие, но они такие полуразмытые. Да? Это как такой серебристый. Вот такие классные. Под джинсики, под шорты. Вообще классно смотрятся. Так, что у нас тут еще? Вот такие универсальные тоже. Подо все это я себе тоже все взяла. То есть они там под что угодно подойдут. Можно сумочку такую поискать, и вообще классно будет. Легенькие такие, классные. Так, это. И вот я себе взяла шлепки. Но это я уже на следующий год. В этом году я тоже из этой же коллекции там кое-что, там 2-3 пары брала. Но так как тут лето крайне длинное, полгода точно, мы ходим вот в таких сланцах и в босоножках, поэтому здесь туфли практически вообще не нужны, потому что их практически не носишь. Сразу с босоножек перелазишь в полуботинки. То есть сапоги я тут тоже не ношу. Полуботинки и босоножки или шлепки. Так, славим. Славе вот такие моднючие купили с кнопками. Они вроде тут не очень смотрятся, на ноге вообще шикарно смотрятся. Да, вот 12 лет мы ей купили размер. Какой, Слава? 38, да? Вот так. Но это мы взяли немножко ей на вырост. Это все на следующий год. И вот такие. Под платьюшки, под платьюшко, вот такой романтичные босоножечки, тоже классно так смотрится, тоже ей платье на распродаже понакупала, тоже вот на следующий год немножко мы ей взяли на вырост, ну, буквально на полразмерчика, да, растет моя девочка. Вот так вот, если у вас в городе есть Каре, срочно бежите туда, можно обуться. Ну, мы сейчас вот по такому принципу, да, то есть мы на будущий год покупаем в этом году, если нравится нам, ну, например, что-то, да, потому что неизвестно, какая коллекция будет в следующем году, и, соответственно, вы уже заплатите, например, не 400 рублей, да, а 900 рублей. Представляете, какая экономия. Вот такое сегодня видео по хвастушкам. Надеюсь, оно вам сегодня будет полезно. Всем пока, друзья!